Давайте доктора или медсестра? Доктор, ну давайте. А, несколько профессий у вас. Только ручку вы мне дали. Авторучку? Ну ладно. Будем писать. Пишу. Вы кто? Ганечка. Доктор, у вас на раму. Дедушка. Я вас еще не жду. Стоп, там очередь. Без очереди. Женщины, ждите. Что у вас? Аденом просто. А кто определил? Я к доктору ходил, я сказал. Урок. Уролог, терапевт. Больная это там уже погибает. Терапевт пошла к вам. Я инфекционист вообще-то. А мне эффекции нет. А там, может, что завелось, что ли? Нет. Зашевелилось. Ничего, все нормально, никто не чешется. Сыпи нет никакой, да? Поноса нет. Понос есть? Ну тогда. Не, сплю плохо. А что, просто случайно ко мне попал? Случайно попал как-то. Зашел клиент сидит, а я зашел. А, ну там у меня очередь тогда. А я чем могу помочь? Ну, может, мать какую-то выписать. Нет, вам проктолог выписал? Нихуя мне ничего не выписал. Он сказал... Матом нельзя. Вы извините меня. А у меня фамилия хуя. Ряпов Ульянов Яковлев. А карточки. Ой, вы извините, но некогда. Молодой человек. Я к вам попозже зайду. Спасибо, молодой человек. Ой, стучаться. Ой. Украину. А кто-то должен что-то сказать еще, помимо стука. Что вы там выстукиваете? Заходи, Прасковья, уже. Сколько можно стучать? Я не Добрыня Никитич. Ну, заходи. Что случилось? Откуда вы знаете? А ящик видала на двери? Какой? Он все отслеживает. Вот вас, вот таких вот. Вот таких вот. А вот таких. Ты от Кедова пришла-то? От Эдова. А я тебе говорила, что туда не ходи. От Эдова. А ты все шляшься. Все шляшься, куда не надо. Надо ходить не налево, а куда? Ну, ходцаться. Ходца, переходца. Надо по прямой ходить. Ну, налево не ходи, направо. За хлебом ходи. Вот в магазин лучше ходи. За хлебцем, за молочком, за сальцом. Доктор, ходи. Хотя все налево тянет. Ну, доходилось. А вот теперь сядь. Что я тебе скажу? А вот сядь. Чешусь. Нет, это ты диагноз не ставь, я тебе поставлю. Ну присядь вот сюда. Свободный стул-то. Чего ты вся затряслась-то? Видно стало, да? А я знаю, чего у тебя. К Ваньке ходила? Я здесь нет. Нет. Садись. К Ваньке ходила? А я тебе что говорила? Нельзя туда захаживать. Ну, хоть. С Дунькой якшается он. Ну, и с Дунькой. И что такое? А у Дуньки-то чесотка, полсела чешется уже. Ой, а я думаю, что это я чешусь, Чего-то? Вот держите меня. Что надо? Ой, меня еще не обследовали, не посмотрели, а диагноз поставили. А потому что держите я знаю, меня. Что болезнь-то передается. Ой, дошлялась, девочка моя. Я что тебе хочу сказать еще? Будешь ты это делать? Нет? А то я не дам тебе лекарства. Ну, хватит. Чего ты с банкой-то пришла? За лекарства. За... Анализы принесла. Здесь не наливают. Мочу принесла. Здесь не наливают. Здесь мазилки дают. Пол села уже чешет. Ну, ты пришла. Прасковья, захочется тебе идти налево. Иди прямо домой. Ты вышивать умеешь? Крестиком. Умею. Вот крестиком и вышивайся. А лекарством дадите? Да. Лекарство. Маша, вот маленький тюбик, но очень эффективный. На всю деревню не хватит. По очереди. Я уже все раздала. Уже все. Ящик все отслеживает ваши все дома. Все похождения. Охотца сходить налево. Охотца. Я тебе говорю, я за хлебом. Крестиком вышивай.
Пошла, все будет здорово. И будешь здоровая. Спасибо, доктор. Налево не ходи. Больше к вам не приду. Направо за хлебом. Налево не разрешаю. Молодой человек. Лекарства не дают. Ну, что вы мне еще скажете? Только прямо. А вы чего, тоже зачесали? Я уже вышел. О, а с этой дамой-то вы общались? Да. А? Да. И что? У меня мази нет. Она с вами поделит. А вот с ней вот иди поговори. Я с ней в постели лежал. Лежал? Вот и долежали. Еще мази. Она тебе, я тюбик дала. Она поделит. Не надо мне чесать. Иди сама чешись тебе. Я взяла мазилку. Там мазилка. Где? Там мазилка там нет, есть. Ничего. Да. А вот это надо разбить. Будешь? Ваньку можно отпустить? Так, можно вам обоим. Не, не общаться с ней больше. Ни с кем больше не общаться. Вообще ни с кем. Пока не помажешь. Так вообще. А налево что? Налево пока рано. Пока ничего не будет. Я разрешу тебе. Вот рецепт. На. Если мало мази. Идти будет. Туда налево срезать. А сидите вы дома, что вы все шляетесь везде? Вот она что шляешься? Ванька, ты мой. Какой Ванька? Иди к своему, где чесотку подцепила. Ваньке к своему. Она сказала, что с тобой спала. Ну а теперь свободны обои. Обои, все. Так у него другая болезнь. Ну я же все сказала. Вот такие вот шупадуцы делают. Чесотка излечима. ОМОН сейчас вызовем. Так, ОМОН тут есть вот рядом. За мной. Который может это вывести. Куда? 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 В дверь. ОМОН выведет чесотку. Выведет его за дверь. Он не уходит. Сейчас быстро выведу. Молодец, доктор. Есть еще? Желаешь? Намажем сейчас быстро, да? Сейчас всех подключим. Профессор. Я понимаю, вы не доступны. Современный. Современный. А, это фонендоскоп такой? Ага. Это дело надо выбить. Ну, молодец, Оля. Ты наш доктор. А вот пациент чесоточный пришел. Не, нормально. Пришел генерал. Уже нет, все кончилось. Молодец, ты в роли. Они тебя...